у нас лота 8. Сегодня мы будем делать, скорее всего, укладку, уход за волосами. Надеюсь, это будет полезная для вас информация. И, в общем, будьте с нами, ставьте лайки, подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Ребята, мы немножко лоханулись, мы думали, что мы запутались, но мы прошли просто мимо этого заведения. Сейчас мы будем в него заходить. Можете посмотреть, как выглядит он. Находится он в самом центре Варшавы. Надеюсь, вам всем очень сильно понравится. Но главное, мне это понравится. И вы сделаете вывод, идти в этот салон или не идти. Затем мы будем делать маникюр. В общем, давайте приступим. Я никогда этого не делала на камеру. Это очень интимный момент. Второго лица. Я в итоге не знаю, что я хочу. Главное, чтобы это было красиво. Что блесточки по-польски это брок, а так что если вы так же, как и я, поклонница блеска, стразиков различных, это будет полезная для вас информация. Я все-таки не удержалась, захотела что-то более яркое, что-то более вечернее. Хочется сегодня красоты какой-то. Я думаю, что мне и вам это очень понравится. Результат узнаете чуть-чуть попозже. Дорого. Всем советую, приходите. Персонал очень дружелюбный, приветливый. Я думаю, вам понравилось так же, как и мне. А теперь я думаю, что нам пора сделать маникюр. Ребят, если вы следили за нашими влогами, вы, наверное, помните эти ногти Aesthetic Room. И пришло время их сменять на другие. Смотрим результат чуть позже. Моя проблема в том,
чувствуете, что я не знаю, какой выбрать цвет. Я запуталась. Тут такой огромный ассортимент цветов, что я не знаю, что мне делать. Миша, помоги-ка ты. Мне нравятся блестящие, белые, я не знаю, френч, что-нибудь в таком плане. А это же будет насыщенный, да, вот этот цвет? Да. Матовый, насыщенный. Вот такой, и вот этот ноготь весь в стразах, что ли? И столько красоты. Мы наконец-то определились с выбором. Мы хотим френч на основе такого, как бледно-розового, наверное. Ну и, конечно же, мои любимые стразики на весь ноготь, безымянные. Я это люблю. Надеюсь, сделаю так, как я хочу. Я думаю, что через пару минут мы уже выйдем на улицу и поделимся с вами своими впечатлениями. Что-то еще? Ну что, в общем, вышла я из салона «Манифест», который находится на Злота 8. Мне все понравилось, все услуги, которые мне сегодня оказали, в принципе, пришлись мне по духу. Маникюр, как видите, сверкающий, блестящий, немножко поменяли дизайн, чем хотела изначально, но, в принципе, я очень даже довольна. Мейкап, я думаю, тоже вы все оценили сами, убедились, все круто, все быстро, все дешево. Поэтому обязательно заходите туда и самое главное, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментарии все, что вы хотели бы в следующей серии увидеть. И всем приятного дня!